ты из Дубая? Абу-Даби. Всем привет! Новый выпуск в чат-рулетке постарался придумать для вас новый образ. Это будет такой некий араб, приехавший учиться в Россию из Эмиратов. Зачем-то. Очень сильно надеюсь, что он вам зайдет. Прямо сейчас поставь этому выпуску лайк и напиши, как тебе вообще этот персонаж. Давайте сделаем уже 30 тысяч подписчиков. Поднажмите немного. Спасибо. Where are you from? Russia. Oh, Russian girls, yeah? Mm-hmm. Can I play for you on guitar? Давай. I play a little bit, okay? But if you want this heard, nobody problems, okay? Да ты умничка. It's my national music. Thank you. I can play for you one more time if you want, okay? Ты такой милый. Спасибо. Это прекрасно. Thank you. What is your name? Вика. Виктория. Да. Oh, Victory. Victory. Тебя как зовут? Мухаммед. Очень приятно. Мне жаль, что мы с тобой не можем поговорить. Вообще не понимаешь, да? Мухаммед. Я поняла. Мне жаль, что мы друг друга не понимаем. Тебе жаль, что мы не можем понять друг друга? Да, ты что, русский, что ли? Не понимаешь, не понимаешь. Ну ты, я так и знала, что ты надо мной орёшь. Да ладно, ты брось. Ну блин, ты очень круто играешь, ты так заебись играешь. Это очень классно. Слушай, спасибо тебе большое, очень приятно. Очень приятно. Но если... ты козёл, что так наёбываешь. Ну молодец. А типа это прикол, да, такой на гитаре сидеть играть, да? Thank you.
сразу в голову пришел? Вы блогер? Нет. Нет? А вы уверены? Нет. Да блин, что ж такое? Ну вот я заходила в чат-рулетку с грязной головой и с надеждой на то, что я не буду попадаться блогером, но, как назло, мне каждый второй человек попадается либо стример, либо кто-то снимает видео, либо еще что-то. Хорошо, играющие. Спасибо, дед. Такая улыбка милая. Ну, прям супер, нормально. Поехали со мной в Дубай. Куда? В Дубай. Зачем? Это огромный красивый город. А зачем туда ехать? Отдыхать, кайфовать. Ну, классно. А ты сама откуда? Я из Прокоповска. Прокоповск? Ну, Дубай чуть красивее Прокоповска будет, это не могу сказать точно. Поедем со мной? Ну, не знаю. Я отпрошу тебя у твоей матери. Не думаю, что она одобрит. Мне кажется, она одобрит. Если ты ей скажешь, что тебя забирают в Дубай. Поверь, я буду лучше, чем любой мужчина из Прокоповска. Ты, тебе сколько лет? Мне 13. До свидания. Быстро, 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 быстро! You are Russian girls, yeah? Yeah, nice, nice, nice. Where are you from? What a city? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, yeah? Can I play for you on guitar? What you want? Что? What you want? Нирвана. Офигенно. Ты будешь в моем ролике, значит. Да? Да. Так. А ты хоть дай посмотреть, где, в каком ролике. Сейчас тебе все напишу. Только ты подпишешься, хорошо? Хорошо.
Thank you, thank you, thank you. Where are you from? I'm from Russia. Russia, Russian girls, yeah. Little girls, little chicks. Chicks. You are chicks? Maybe, or not. Maybe boys. Охуеть. 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 Блядь. А что за песня? Что за песня? Киш, прыгнул со скалы. Прыгнул со скалы? Боюсь, ты не знаешь, кто это. Король и Шут? О, ни хрена себе, неожиданно. Я просто загуглил, хули тут. Не, ну, Король и Шут — это классная игра. Да, да. Вот, недавно был у них на концерте. Когда? Сколько, неделю назад? Горшок приезжал, вот, все их банда. Хотел бы там побывать, бы я хотел. Слушай, ну ничего, у тебя еще будет возможность. Они уже долго выступают и до сих пор выступают успешно. Поэтому я думаю, ты с какого города? С Москвы. Ну, я думаю, в Москве когда-нибудь они довыступят еще раз. Ну, это да, это Москва же. Что у тебя на голове? Это шланг или что это? Я надеюсь, арабские страны не услышат твои слова. Можете вопрос задать? Смогу ли я играть на гитаре? Покажи свои руки. Сделай их вот так. Вот так вот. Сделай вот так. Теперь вот так. Угу. Теперь вот так скрести. Угу. И вот так вот. Да, сможешь. Ну, у меня просто, ну, эта рука плохо работает. Еще раз, делай вот так. Да ладно, я угораю, господи. Да любой сможет играть на гитаре. Я бы не сказал бы. Абсолютно любой. Ну, вот у меня пальцы плохо работают. Ну и что? Ты, я смотрю, не умеешь делать битбокс, что? У тебя чего? Рот, что ли, лучше работает? Ты битбокс же умеешь делать, правильно я понимаю? Как ты узнал? И, ну, я когда на тебя переключился, ты битбоксил. Блядь. А, ну, не, битбокс я плохо делал, и вот поэтому, типа... А чё, можешь что-нибудь сделать? Да. Давай. Нахрена тебе играть на гитаре, если ты можешь девчонок кадрить вот таким способом? Спасибо большое за просмотр, и надеюсь, ты уже поставил этому выпуску лайк. Если так, значит, напиши какой-нибудь комментарий в поддержку канала. Например, какой образ вы от меня хотели бы увидеть в чат-рулетке? Только давайте договоримся без ботаников, окей? Обнял каждого, пока!